Экспертиза была проведена не тем методом, который используется в принципе для проведения прочности и измерения прочности железобетонных конструкций. Второе. Метод, который был избран экспертами, он имеет достаточно большой уровень погрешности. Инструмент, которым проводились эти экспертные исследования, также имеет уровень погрешности достаточно большой, до 20%. Исследования проводились по незачищенным бетонным блокам. Уровень эксперта, их квалификационные навыки, их аттестационные качества, они в принципе не соответствуют уровню тех работ, которые они проводили. Ряд экспертов, я обращаю ваше внимание, вообще не внесены в реестр экспертов, судебных экспертов. Мы будем доказывать, а, качество бетона соответствует, б, то, что уголовное дело надумано, к сожалению, и на сегодняшний день абсолютно ничем и никем не обосновано. Нами была подана соответствующая апелляционная жалоба, рассмотрение которой назначено на завтра. И мы очень надеемся, что завтра апелляционный суд даст должную оценку в принципе определению суда первой инстанции судьи Трещева, в котором, мы считаем, было допущено, так же как и в экспертизе, достаточно большое количество нарушений процессуальных. И мы очень надеемся, что завтра мой клиент будет освобожден